В данный момент на канале проходит новогодний розыгрыш, ссылка на который находится в описании под видео. С вами Warhammer, Non-Prime. Погнали! Нам осталось совсем, вроде бы, немного. Немножко, пошел я нахер. В общем, надо добить звание, поэтому мы убираем все карты стандартного типа. Идем на какой-нибудь Overpass-Train добивать чертово звание, по крайней мере, на выиграть две игры. Можно наконец-то, блять, даться. А можно попадать, блять, алло, сука. И первые несколько раундов на мираже шли неплохо, но все-таки народ начал потихоньку подрубать. 3 стайки, я, блядь, смотрю. Да-да, братан, да-да, ты просто, блин, мастер. Просто мне сначала хаешка прилетает чуть ли не под ноги. Ну, когда я был под окном, и при этом я не даже как-либо издавал какие-либо звуки. Иду к сторону тачки, окей, мол, ли я поверил. Вот. Ну я понял, вот это синий наш тоже. Ну, бля, будем честны, другого, когда ты идешь в non-prime matchmaking, ты другого не ожидаешь. В принципе... Но по итогу и за мою сторону люди начинали потихоньку подрубать. Блять. Этот Андрей с ёбаным. Ну, короче, тоже слуха, блять. Как бы у нас вроде два пидора с читами, и у них пару пидорасов с читами. Баланс? Так, ладно, надо в репорт раскидать, я что-то позабыл. Так. А, да, у них же три даже пидораса играют. Так, нашим пидорасам. Опа. Пошло говно по трубам! Во! А чё так отрубил-то? Давай, поехали, во все тяжкие, так сказать. Ух, вертушка, блядь. На нахуй, блять, на скелет, так, одного и последнего. Ну нахуй в тело, блять, берста, блять. Тупо. Андрей Гуд вперед, раунд 1 в 3. Ну Андрей, все, блять. Вижу цель, не вижу препятствий, оба. Эх, что-то не пошло. Ладно, смотрим за вторым профессиональным игроком. Оп, первый пошел, так. Следующий, ага, он знает, он вычислил по запаху чувака в джангле, но... И Дима помогает нашему читеру в этом раунде, он убивает одного из их читеров. Еще Дима отправляется тем самым в бан. И по итогу ситуация уже 1 в 1, а не 5 в 1, как было изначально. И что же, сможет ли Хавей ТикТок взять... Клатч 1 в 5, и он был близок. Но что-то пошло не так, и по итогу он обосрался. Воу-воу-воу-воу-воу, что этот синий игрок творит? Щит. Опа, реакция тигра, блять! И читер отправляется в помойку. И что же, матчпоинты. 8 штук аж. 8 матчпоинтов. Сможем ли мы забрать итоговую эту игру?
Ну, скорее всего, да, потому что сейчас наши два бравых пидораста с читами выйдут и всех перехуярят. Ну, а я отправлюсь в следующую игру. Пошел в сраку. Опа-на. Второй. Выебаны! Пятый уровень уже. Ничего себе. До Prime осталось всего-то 16 уровней добить, да, пацаны? Всего-то там. Пару сотен игр. После миража я решил пойти на Inferno и посмотреть, насколько там все плохо. И, если честно говорить, то все было, в принципе, неплохо. Но у нас был все-таки в игре читер. И вы скоро поймете, кто это. Да в смысле не попал, блядь? Ну, тем временем у нас все. Че с авиком тут, блин? Фу, блядь. С этим диглом, блин. Раз, два, три, там. Четырех завалил вроде бы. Да ладно! Сколько у тебя патрон, падла, блядь? Я думал, у него, блядь, не закончится. Что-то мне подсказывает, что вот этот хуйсос с читами. Да. То поганое чувство, когда играет за тебя читер. Поганое, ну потому что ты понимаешь то, что, ну если бы не читер, то пацанам бы чуть, ну, игра была бы хотя бы ровнее. Блять, их там еще один сидит. Ебать. Бать там укрепление на Б-пункте. По итогу. Но я все мог убить. Как же он Бенни хопит? Ух, ух. Чекать что-либо в пункте зачем надо? Я же знаю, что здесь никого нету. И пофиг, что были энтри-фраги сделаны только в паласе и на Б. Где еще три типа вообще? Ну ладно, два типа. Один точно на Б. Что же мы имеем? А, пидраса, который... Ну, не мог закорил катку. Если бы не он, я думаю, ну, чуть-чуть по-другому все было. Но мы имеем, что имеем. Имеем бан. 21 час. И нам осталось лишь одну игру выиграть и получить заветное звание. Так что, ребят, пока на этом все. С вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. И не забывайте про новогодний розыгрыш, ссылка на который находится в описании. Пока-пока и удачи вам.